Всем добрый день. Мы сегодня будем встречать по-старому Новый год. Сейчас моя мама придет, сестра придет с племянницей. В общем, немножко посидим. Я сделала тут разные закусочки. Мне мама сегодня сделала холодец. Сейчас его хочу разрезать. Порезала я апельсинки. Здесь у нас бутербродики с икоркой, сыр, бекон, колбаска. И делали сегодня еще блинчики. Я их так нарезала, чтобы, в общем, удобно было порционно. У нас такой, знаете, типа фуршетный стол. Немного закусок, посидим, отдохнем, выпьем шампанское. Всех с праздником, кто отмечает, да и кто не отмечает, всех поздравляем с праздником. Так, я сегодня опять надела корсетик свой любимый, очень мне он нравится, и кожаные брючки. Такой у меня сегодня наряд. Вот, так что такие вот дела. Долго сидеть не будем. Может, часик, полтора. Хотя я смотрю, у многих сегодня включены гирлянды, свечи горят. Ну, видно, что вот люди некоторые отмечают, конечно, праздник. Мы тоже немножко посидим, не прям так отмечаем, как вот именно Новый год, 31 декабря. Но немного отдохнем, немножко встретим праздник. Не стала я готовить никакие салаты. Что-то сегодня ничего не хотелось такого особо готовить, но мы всегда так отмечаем, вот именно делаем какие-то разные закусочки. В этот раз у меня мама приехала из Сочи, и она сделала холодец. Я вообще холодец не готовлю, угощают, мы кушаем. Мне мама заранее принесла его, а вот холодец с удовольствием я покушаю. У нас еще горчица есть к холодцу, я люблю лично холодец с горчицей. Дальше буду накрывать стол. И будем немного отмечать. Так, мы сейчас упаковываем подарок. У Данки завтра день рождения. Значит, выбрали с Ликой вот такой пакетик. Красивенький. У нас вот такая шапочка. Выбирали по цвету, потому что у нас еще бежевый костюм. Очень мягенький, приятное качество. Это костюм брючный. Можно я открою? Можно я покажу поближе? В общем, вот такой костюмчик бежевый. Здесь кармашки. Резиночки и брюки на манжетиках. Ну, такая резиночка снизу. И вот такая кофточка. Смотрите. Без капюшона. А кофта. Мне нравится вот здесь вот такой вырез. Взяли размер S. Ну, они примерно с Ликой по... Ну, с размером, скажем так, практически одинаково. Так что S-очка идеально будет. Он такой немного свободный. Качество очень хорошее, очень. В общем, бежевый костюмчик брючный, шапочка бежевая. И вот здесь, вот сейчас я вам покажу поближе, еще в коробочку мы складываем разную косметику. А здесь у нас блеск для губ. Это блестящие нежно-розовые тени. Это для ванны. Как это называется? Шиммер, да? Ну, да, шиммер. Резиночка вот такая вот серенькая. И вот это крем. Именно, знаете, когда выскакивают разные высыпания, очень хорошая вещь. Мажешь эти разные высыпания на лице, и очень хорошо все это проходит. Так что нужная вещь. Вот, сейчас все это будем упаковывать. И завтра день рождения. Обязательно подарим. Собираемся на день рождения Даны. И ну все-таки праздник, что я вышла в джинсах. У нее такая кофточка красивая. И брючки. Ура! Ура! Торт тирамису. Ну зачем? Я попробовала твою конфетку. Ложечку сейчас дадим.
Андрюш, это что за листочек? Это с мандарином. Дани, возьми. Дани, возьми. А, с мандарином. Лавровый лист мандариновый. Кстати, похож на лавровый лист. Мне тоже упал, да? Всем доброе утро! Сегодня на завтрак решила сделать сырнички. Они у меня получаются просто идеальные сегодня. У меня творог 5% жирности. Покупала в ленте. Именно лентовский. Вроде получается неплохо. В основном всегда беру в Акии, но взяла в ленте, потому что в Акии некогда было ехать. И получается тоже неплохие, точнее, сырнички. Будем их со сметанкой. Еще у нас есть милка. Девчонкам дарили на Новый год. Лика вчера открыла. Вот, так что мы вчера, кстати, делали оладушки. С изюмом я делала. Очень вкусно. Можно было бы сделать и сырнички с изюмом, но изюм закончился. Вот, так что сейчас доделаем. Будем делать кофе. Вот конфеты Мерси обожаю. Именно, знаете, вот красная упаковка ассорти. Очень вкусный, я очень люблю марципан. И вот здесь в ассорти, в этих конфетах тоже был марципан. Я, конечно же, первым делом съела. Тут и с орешками, и просто шоколад, и с молочной начинкой какой-то ореховой. Очень вкусно с кофейной начинкой. Вкус, короче, вот это, именно ассорти вообще обожаю. Включай свет. Никуля, выключи свет, я хочу где-то два на лампу. Мяна сейчас включу. Будет делать уроки. Да, ну конечно, я вообще сделала обзор. Короче, я заказала вот такую лампу. Закат, по-моему, называется. Она яркая, мы сейчас. Ну вон там вот розетка. Покажу вам. Ну, это нам может туда. Кстати, шарики Миланкины с дня рождения еще до сих пор есть, вот так же, держатся и не хотят сдуваться. Смотрите, также есть здесь пульт, а тут угу. Вот, смотри на потолок. Сейчас. Вот я вам на потолок сделала, смотрите, все цвета. И малый, ну. Там, наверное, цветов 8, да? 12. Ого, а ты говоришь мало. Мы, кстати, елочку еще не разобрали. Вот. Я хочу делать уроки, кстати, чтобы не красиво. Нет, Милана, она тебе будет мешать. Давай. Я не отключу, конечно, это что-то статичное. Нет, Милаш, она тебе будет мешать и в глаза светить. Какая елочка красивая. Что прелесть. Уже будем скоро ее разбирать. Ёлочку. Подожди, тут не договариваем. Ну так а что же, Милана, уже считай конец января. А, блин, я же Милана рассыпать. Иди собирай все, сейчас будем делать уроки. Мам, не выключай. Ой, какой красивый цвет такой. Цвет фуксии. Новый пенальчик. Пока ездили, бабушку отвозили в санаторий. Это типа морковка, но, честно сказать, больше похоже на репку. Потому что она не оранжевая. Даже я делала вот такую бабочку и вот такие духи. Красота. В общем, мы сегодня отвезли бабушку в санаторий. Она несколько дней. Она хочет там обследоваться. Там трехразовое питание. Очень красивая территория. Мы с ней отвозили. Я прогулялась там немножко. Хорошее обследование там. На несколько дней буквально. Так,
Ну, а мы с Миланкой будем делать домашнее задание. Еще заехали потом мы в Валберис, я забрала кофточку. Вот, ну, честно сказать, не знаю, оставлю ее себе или нет. Мне она не очень понравилась, знаете, чем? Она какая-то коротковатая, и вид у нее, как будто бы она маленькая. Ну, это такая модель, но мне она не очень понравилась. Качество, кстати, очень хорошее, это турецкая кофточка. А там шерсть, кашемир и что-то там еще в состав входит. Качество хорошее, но мне не очень. Рукава очень красивые, такие, как сейчас модно, такие объемные. Но вот какая-то длина у нее и не короткая, и не длинная, непонятно что. По размеру она хорошо. Ну, вот именно такой фасон, такая модель. Если я так замерзла вообще. Я сейчас пришла, быстро чай заварила себе с лимоном. Хоть и на машине, но все равно туда-сюда выходишь, и у нас сегодня прям очень холодно. Очень холодно на улице. Милан, все? Начинаем математику делать. Ты в черновик же, да? Нет. В смысле нет? Потом нам такое уравнение надо делать его вместе. Ну, выглядит камеру. Начнем. Смотрите, ребят, вот розовенький включила. Угу. Вот. Смотрите, такие шары красиво, так красиво смотрятся вообще. Ты на. Не показывала, да? Я показывала на потолке. Смотрите. Так вообще. А еще я очень красиво смотрюсь. Но издалека, ребят, можно менять. Ну конечно, у тебя же пульт. Милаш, ну давай. Смотрите. Милка. Да, нам, их нам там я посмотрела еще по литературе. Я надо. Вот этот включу. Милаш, давай, начинаем математику. Потом русский будем вместе делать. А русский там тоже кто-то мало, да, Зали? Ну, все равно. Мне все проверить надо. Потом нам литературу нужно сделать. Я уже посмотрела, там нужно план составить. Тетрадку письменно. Да. И по окружающему тоже отвечать на вопросы. Ты говорила у вас проверочную. По строению человека. Правильно я говорю? Все, давай, 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 давай. А я вам покажу еще. Мы заехали же на Валберс, я говорю, кофту взяли. И ну, я заказывала. И кисточки пришли. Набор кистей. 15 штук. Кстати, качество очень хорошее. У меня уже, так знаете, некоторые кисточки в наборе, которыми я сейчас пользуюсь. Для румян кисточка, она немножко уже такая, немножко испорченная, уже ворс такой в разные стороны. В общем, заказали новый набор, сейчас покажу, мне понравился. Вот в этом вся Милана. Бежала, посмотрите, уронила. Я хотела показать. Мы с Ликой смотрим турецкий фильм. Нет, он не турецкий, но снимают в Турции. А Милана тут бежит, смотри. И рассыпала все свои карандаши и фломастеры. А мы с Ликой вот смотрим фильм. Так, хочу вам показать вот такой вот набор. Я заказала на Валберис. Это просто суперский набор. Кстати, такой набор можно подарить и в подарок. И мы заказали два набора. Один для себя и один на самом деле в подарок. Здесь 15 кистей. И мне понравилось, что здесь... прописано, для чего какая кисточка, скажем так, предназначена. Для тех, кто, например, не прям профессионал в нанесении макияжа, да, то можно вот посмотреть, какая кисточка для чего нужна. Допустим, вот кисть для губ, там, да, кисть для подводки стрелок. Очень часто спрашивают у меня, как я быстро и так легко делаю стрелки. Честно сказать, я стрелки делаю немного иначе, вот такими кисточками я не пользовалась, у меня нет такой кисти, не было. Сейчас уже появилась такая кисть, я с удовольствием сегодня сделаю макияж с помощью вот этой кисточки-подводки для стрелок. Сегодня сделаю такой макияж, растушеванные стрелочки. Так, в подарок, что мне еще понравилось, положили спонж, кстати, очень хорошего качества. Итак, это набор из 15 кистей, подходит на любой случай жизни. Он подойдет такой набор как для профессионалов, так и, допустим, для домашнего использования. Для тех, кто дома делает, любит делать макияж, как я и моя милашка.
Миланка у нас обожает делать макияж. Уже кто смотрит наши видео, знает это точно, что она просто любитель. Мне кажется, она будет, и не знаю, кем она будет. Она то учителем хочет быть, то визажистом хочет быть. Но визажистом это прям вот у нее получается. Она очень, кстати, хорошо делает себе стрелки. Я, конечно, против макияжа в таком возрасте, но иногда на праздники ей разрешают делать. Итак, в наборе 15 штук. Ручка из дерева, качественное алюминиевое крепление. И мне, знаете, что понравилось, что сами кисточки, они очень плотно набиты, посмотрите. У меня очень много было разных наборов, но вот этот набор, он просто суперский. Здесь получается 10 из натурального ворса козы кисточки, вот видите. И вот такие вот кисточки, получается 5 штук их. Из высококачественного таклона для кремовых текстур подходит. Вот такие вот. Сами кисточки очень такие хорошие, качественные. И на самом деле их очень-очень удобно держать в руке. Бывают кисточки не очень удобно их держать в руке за ручки. Здесь очень все грамотно, все удобно сделано. Каждая кисточка, что мне понравилось, в индивидуальной упаковке. Конечно же, понравился сам чехол, потому что на самом деле такой чехол удобно брать с собой в дорогу. Допустим, куда-то поехала и, допустим, его взяла с собой в дорогу. Очень удобно, очень. Мне прям очень понравилось. Прям сам чехол такого хорошего качества. В общем, просто суперский. Суперская находка. Кстати, заказывала на Валберис его. Такой набор. У меня кисточки, наборы разные есть, но они уже немножко износились, скажем так. И вот искала именно такой качественный наборчик, качественные кисти. Кисточки 100% долго сохранятся. Прям очень нравятся вот эти набитые кисти. Прям суперские. Очень хорошее качество. Очень. Вот так. Буду сейчас делать макияж. У меня сегодня очень много дел. Миланка с ней, кстати, в школу не пошла. Немного болит горло у нее. С утра проснулась. Вчера все нормально было. Делали с ней уроки. Все прекрасно. Все сделали. Утром просыпается уже в школу идти. И говорит, мол, у меня это горло болит сильно. Я говорю, ну давай останемся хотя бы на один день. Сегодня весь день с ней полощем горло. Брызгаем горло. Посмотрим. А, ну я уже сказала, да, что спонж тоже входит в подарок. Тоже, кстати, очень удобно на самом деле. Так, ну а я буду делать макияж, и несмотря на нашу погоду, пургу просто на улице, метель, у меня дела, которые отложить нельзя, поэтому буду собираться. Я уже сделала макияж, очень хороший набор, хорошие кисти, все очень качественно и очень хорошо наносить и тени, в общем, разные текстуры, косметик, очень удобно. Еще хочу вам показать вот такие вот тени, тоже заказывали недавно, это итальянские тени, они очень хорошо ложатся, и вот все цвета, у нас несколько цветов, кстати, такие же тени, точно такие же вот жидкие, да, только нежно-нежно-розовый цвет мы подарили недавно у Даны, у моей племянницы был день рождения, и мы подарили тоже тени. Они очень хорошо ложатся, прям вот супер. Сейчас вам поближе покажу. У меня вот такой вот бронзовый цвет. Такой бронзовый цвет. Видите, как он переливается красиво. Это наш кот возмущается. Тени очень классные. И, кстати, можно растушевывать немножко пальцем, можно с помощью кисточки. Я вообще-то сейчас с помощью кисточки растушевывала, но решила немного добавить такого сияния, немножко их растушу пальцем. Из этой же серии мы заказывали тоже этой же фирмы вот такие вот тени. Это тени в виде карандаша.
тоже очень качественные, тоже хорошо ложатся. Вот эти красивые, золотой такой оттенок тоже очень нравится. Сейчас покажу. Видите? Буду делать макияж. Вот такие вот дела. Так, все, макияж я сделала. Легенький такой, повседневный макияж. Стрелки немного сделала тенями, их растушевала. То есть не карандашом, а именно с помощью теней и, конечно, новой моей кисточки. Румяном у меня вот такие. И, конечно же, мой макияж не обошелся без хайлайтера. У меня еще, конечно, есть немного на скулы. Я наношу хайлайтер. Тоже люблю, когда тут немножко сияет. Немножко на скулы и немножко на носик. Так, ну и на этом наш влог сегодня подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр, кто был сегодня со мной. Кстати, не только сегодня, потому что кто заметил, влог из нескольких дней собран. Кстати, макияж я сейчас снимала на другую соцсеть, поэтому не успела снять сразу. Нужно ставить два телефона там или камеру, чтобы и вертикально, и горизонтально снимать, потому что я снимала сейчас вертикально, и, может быть, чуть-чуть вставлю, покажу, как я делала макияж. Все, всем до завтра, ну, может быть, не до завтра, всем пока-пока. Совет от нашего кота. Что нужно делать, когда на улице холодно, метель, идет снег? Вот что нужно делать. Просто отдыхать.